Этот автобус едет медленнее, чем обычно, потому что рейс непростой. Все пассажирки в интересном положении. На обзорную экскурсию их вывезли в честь Дня города Владивостока. Так врачи, наблюдающие беременных, решили развлечь будущих мам. На учете в нашей консультации не только стоят наши городские женщины, но и женщины с края, которые, в общем-то, не знакомы с городом Владивостоком. Ну и как бы вот показать все достопримечательности города. Мы, в общем-то, решили, женщины откликнулись на наш позыв. В общем-то, собралось достаточно большое количество. И мы, в общем-то, как бы думаем, что это всем понравится и будет на пользу. В окно автобуса пассажирки увидели остров Русский и центральные улицы Владивостока. Многие архитектурные детали до сих пор скрывались от их внимания. Удивило про золотые монеты, которые находились там, в одном из подоконников здания. Никогда не думал, что вот настолько близко ходишь с историей. Вообще я замечала, что тут очень много зданий, не похожих по архитектурному типу на здания в других городах. Интересные факты из истории краевого центра женщинам рассказал опытный гид. И теперь мамы знают, что рассказать своим будущим детям о родном городе. Необычная аудитория воодушевила и самого экскурсовода. Женщины в этом состоянии, они сами более эмоциональны, они лучше воспринимают, они более настроены на светлое будущее. И я сегодня говорю и рассказываю не только для них, но и для их будущих детей. Если интерес к ознакомительным экскурсиям будет расти, третий роддом обещает сделать их традиционными. Дарья Орлова, Егор Фомин, «Панорама».